Всем привет! Как вам клип? Точнее, трек. Вот. Милая плоть. Понимаю, понимаю. Милая плоть. Ням-ням-ням-ням. Камень края. Гнилая плоть. А у меня было вообще-то 9. Как и мне 6? Железный пульток. Телефон. Ия. Так, монетки. Прощай, Варим. Давай мы немного сделаем эндермир. А, точно. Как вам трек? Сразу. Тут. Помню, мне нужны монетки. Они находятся вот здесь, вот. Монетки. Неправильно, это монетки. Кстати, вы знали, это, может быть, многие не знали. С одного голема вот столько разве падает? Вот столько вещей. Видите? Я сейчас соберу. Нет, у меня к телефону не присоединится это. Видите? Аж 5 слитков железных. И 2 цветочка. Такое разве бывает? То, что выпадает столько. Я вот не знал. Вы, если честно, знали? Вот, мне кажется, никто не знал. Ну, может, некоторые знали.
здесь появился ад. Это озеро лавы их до сих пор не приняло. Гаста? Чего? Гаста мне Майнкрафт не переборщил? 3? 3 рядом со спавном? Не переборщил этот Майнкрафт? Или он уж такой самый худший? То, что он спал не столько гастов, что даже подумать не хочется. Ой, меня залагало. О, гравий. А я думал, что это именно гравий или камень. Что это было с текстурами? Ну ладно. Наташа, сколько лет скольца зим? Чё ты с нами не дружишь, а? Я вообще не знаю, вот как этот портал здесь оказался. Ладно, шутка, это я его построил. Наташа восходит с ума. Видите-ка, Наташа. Видите, это старый заброшенный садок.
Это самый лучший сундук, потому что здесь кожное что-нибудь. Раскладываем все вот в этот сундук. Ташка. Ну пошли на ватрану, снимай. Я не знаю почему, но Грайм называет это очки бомбони Наташей из 13-го подъезда. Ну мне Фредди. Ничего себе, мобы здесь быстрые. Сумасшедшая скорость. Всем пока.